5-4, скоро будем на месте. Только один выживает. Черт! Да мы даже в бой не вступили. Оружие опусти. Спрячь оружие. Оружие опусти. Охрененно умный. Тот такой. Ну, привет, Дегтярев. Как добрался? Ну, это не страшно. Привыкнешь. Давай сразу к делу, особо времени на раскачку нет. Значит так, действовать будешь неофициально. К военным в зоне, сам знаешь, отношение враждебное. Так что, чем дальше от нас, тем проще в зоне. Поэтому нашим снаряжением тебе не поможет. Выкручиваться будешь сам. Для начала тебе надо встретиться с местным торгашом. Сидорович. Его бункер возле деревни. Он в курсе. Поможет тебе записаться среди местных сталкеров. А заодно прояснить ситуацию. Одинаково хреновое. Ну почему же? По мелочи. Ненавязчиво. Будем оказывать посильную поддержку. А вот что мне как-то рассказали. Но неофициально. Пришел вертолетик на медкомиссию. Ну, береги его, себя. Осматривают. Потом начнем. Нормальное в этой спрячь оружие.
Поляна. Чего тебе? Что-то ты бледный. Может, укольчик сделаем? Счастливо. Не болей. У нас во взводе один был. Так тот, как отмочит, вот, например... Оружие за спину. Что хотел? Спрячь оружие. А вот что мне как-то рассказали. Генерал получает штабных.
Сталкеры, внимание! Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. Ну, привет! Внимание, анекдот! Пересеклись как-то возле кордона сталкер и вояка. Сталкер, солдат, куда чешешь? Ты чё, мужик? Держись, удачи! Взяли, мужики! Ну, привет, брат! Вот так бы всегда. Зона сведет. Увидимся. Ну, привет. В общем, выкладывай. Легкой дороги! Слушаю тебя! Не балуй. Оружие спрячь. Хватит уже инструмент ломать, если не умеет. Оружие опусти, мужик. Мужик, ты оружие-то спрячь.
Привет, брат! Мужик, ты оружие-то спрячь. Ну, здорово. Хабар принес? Зона сведет. Увидимся. Не балуй. Оружие спрячь. Слушай, ну тебя. Привет. Слушай, привет, ну брат. Привет. Слушаю тебя. Держись. Ну привет. Выпить зашел. Не понимаю, а не просто выпить. Среди местных искать смысла нет. Слишком сильные эти кровососы для нас. Даже самые наши толковые сталкеры. И те уже боятся с ними связываться. А все из-за того, что одного серьезного сталкера они погубили. А другого подрали. Тому удалось высказать. И теперь все наши либо прекратили ходки в те края, либо обходят их десятой дорогой. Так что помощи ты здесь не найдешь. Если уж серьезно говорить, то лучше попробуй поговорить с военными. Им-то есть что ли противопоставить таким кровососам? Ну, в любом случае, если ты покончишь с этими кровососами, то мы с местными и награду обеспечим. Хоть и не сильно большую, но на хорошее дело обязательно скинемся. Заходи. Привет, брат! Слушаю тебя! Прикалывайтесь.
Ну, привет. Слушаю тебя. Здоров. А заводка тебе не сгонять? Ой, дайте воды напиться, а то так кушать хочется, что переночевать не. Ладно, помогу, не ссы. Дам я тебе радиомаяк активируемый. Ты когда сможешь произвести целеуказание, активируй его. Патрульный вертолет туда вылетит и немного прочешет местность. Ой, ну боже ж ты мой. Но когда подберешься к ним поближе, но чтобы они в невидимый режим не перешли, нажми кнопку на маяке. Неужто так сложно? На, вот тебе. Хоть оснастили нас такой техникой, но все равно прошлого века. Того и гляди, развалится в руках. В общем, увидишь кровососов, сам прячься и подавай сигнал. Подлетное время хоть и невелико, но подождать придется. Сами в не попадись. Да это осколков рикошетов постарайся прятаться. Мои ребята всадят как надо. Мало никому не покажется. Не дай бог. Лучше на пулю нарваться. Thank you.
Тапки! Thank you.
Оружие опусти, мужик. Дальше пойдет. В гробу я видел ваш хваленый клан. Ты оружие-то спрячь.
Привет, брат! В общем... Заходи, словом перекинуться, когда снова тут появишься. Здоров. Извини, если не сильно помог. Слушай, будь здоров. Ну, привет. Внимание!
Оружие опусти, мужик. Привет, привет, брат. Привет, брат. Выкладывай, с чем пришел. Ствольная коробка прострелена. Да, неудачно так. Цельно фрезерованная, это плохо. Так, затворная рама и затвор целая. Странно, что им не досталось. Но повезло тебе. Короче, если тут часть вырезать, да ответную часть изготовить, да приварить, потом профрезеровать, то она еще постреляет. Правда, потом надо будет привести к нормальному бою, но это уже будет ерунда. Думаю, поможем твоей беде. Ничего невозможного. Ну, 3-4. Работка здесь непростая, но только по завершению, когда все будет ясно. Оставляй винтовку, через день-полтора должен управиться, если чего срочного не будет. Я тебе скину на КПК, когда закончу, так что далеко не убегай. Всегда рад послушать тех, кому есть что рассказать. Новичков нынче как собак не видно. Есть что-то стоящее? Хабар принес. Хорошо. Ну, будет еще, заходи. Не балуй. Оружие спрячь.
Мужик, ты оружие-то спрячь. Гранатой, фраер!
В общем, выкладывай. Легкой дороги.
у тебя там? Если что еще понадобится, заходи. Слушаю тебя. Не балуй. Оружие спрячь. Ну, привет. Привет, брат. Ну, привет. Слушаю тебя. Ну, привет. Ну, выкладывай, что хотел. Отличные новости. Сталкеры совсем уж захандрили в последнее время. Их опасный бизнес стал приходить в упадок. А заодно и мои прибыли. В общем, держи обещанное. Хоть и не золотые горы, но сколько наскребли на хорошее дело. Бывай, сталкер. Ну, привет.
Хабар принес? Удачной охоты, сталкер. Привет, брат! Мужик, ты оружие-то спрячь? Привет. А я с собой в поход всегда фотографию тещи беру. Зачем? Ну как же? Голод, кризис, привет, брат. Аномалии, мутанты. А я гляжу на карту. Ну, привет. Скучали. Привет, брат. Ну, привет. Сделал. Все по высшему классу. Не как завода, но еще постреляет. И даже точно. Ну, вот тут получается какая штука. Пока я чинил, народ как-то разнюхал, что у тебя снайперка хорошая появилась. И сразу для тебя дела появились. Вот, например, Зубров хочет попросить тебя применить ее в деле. Ты как к этому относишься?
Учти, если согласишься, я тебе за ремонт скидку сделаю. Дело для всех полезное намечается. Ну а если не согласен, то возьму полную сумму. 4600. Выбирай. Ну вот и отличненько. Тогда иди и поговори с Зубровым. Он на базе сталкеров за мостом. Держись, удачи! Ну, привет! Оружие опусти, мужик. Неплохо. За одну фотку две. Слушай. Если так и дальше пойдет, гробу я видел наш хваленый клондайк. А вот анекдот. Трое сталкеров делятся советами. Один говорит, я тебе куртки черные заставляю. Теперь бандиты меня за своего считают. И не трогают. Привет, брат. Хавай гранату!
Сука, сука! Oh.
Ну, привет. В общем, выкладывай. Бывай, брат. Здоров. Извини, если не сильно помог. Привет, брат!